Хари Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем читать книгу «Обретение милости». После меня тогда Таруния Бхагадити, Ананда Севера, Индакша Прабу, Арина, Самурга Прабу, Шакаруна, Вринда, Кунда, Падма, Марини, Радха Нама. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Неопытные распространители часто не знают, как предложить книги должным образом, и, следовательно, обычно просто настаивают на пожертвовании, как попрошайки. Человек не хочет книгу, так как не был убежден, но поскольку на него давят, в конце концов он достает какие-то деньги просто, чтобы отвязаться или из жалости. И обычно это очень небольшие суммы. Шрила Прабхупада. Участники движения сознания Кришны не занимаются попрошайничеством. Они, не жалея сил, несут людям книги о сознании Кришны, поскольку чтение этих книг принесет людям большое благо. Матхья Лила 8.39, комментарий. Суть в том, что если мы регулярно получаем слабые пожертвования, в том числе от обеспеченных людей, необходимо улучшить свою презентацию, а не винить их. Обычно лучше начать с маленьких книг, и легко распространять, и можно отдавать даже за небольшие пожертвования, а со временем, набравшись опыта, переходить на большие. Шрила Прабхупада. Вы должны быть полны энтузиазма распространять эти книги в школы, колледжи, библиотеки, куда только можно, во все места, где, по вашему представлению, хорошо воспримут. Эти книги так прекрасны, что каждый, кто прочитает их, несомненно, станет преданным Кришне. Можешь показывать им книгу Кришна и просить почитать с любого места. Если им понравится то, что они прочитают, они должны будут купить книгу, а если нет, оставь их. Кто устоит? Книга Кришна настолько хороша, что она понравится каждому, как сборник рассказов, как историческая книга, как философская или как что-то еще. Но они, несомненно, привлекутся. Все зависит от того, как ты ее представишь. Так что делай это хорошо. Кришна поможет тебе. Письмо Шрила Прабхупады Шукадеве от 25 марта 1971 года. Передаю слово. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогой Махарадж, дорогие преданные. С одной стороны, чтобы продолжать свою проповедническую деятельность, платить по счетам ПБТ, мы должны получать конкретную сумму за каждую книгу. Если мы не будем платить за книги, ББТ не сможет продолжать их печатать, и это затормозит всю проповедническую миссию. И все же мы всегда должны помнить, что главное наше дело – это проповедовать, распространять как можно больше книг, расширяя движение и помогая обусловленным душам. Не позволяйте расчетливости и духу торгашества стать препятствием на этом пути. Если в какие-то дни дела идут тяжело и пожертвования совсем маленькие, это не страшно. Будут дни, когда придут большие пожертвования, многократно превышающие цены ББТ. Нам просто нужно следить, чтобы в среднем все совпадало. Не каждый, кто взял книгу, станет преданным. Кришна сам говорит в Бхагавадгите, в 7 главе 3 стихе, что из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Но все они получат какое-то очищение и таким образом приближаются к Кришне. Шрила Прабхупада говорила об этом в одной из бесед в Бомбее 10 января 1977 года. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. Прабхупада, мы не думаем о большой прибыли. Мы просто хотим, чтобы распространялось большое количество книг. Это все. Гопал Кришна Госвами. Кроме того, это увеличит авторитет нашего движения, Прабхупада. Большое количество, как можно больше. У моего гуру Махараджи были журналы на 6 языках. Английском, хинди, бенгали, ария, ассамском и еще одна ежедневная газета на бенгали. Так что если наши люди жаловались, мол, тот-то не оплачивают подписку, что нам делать? Прекратить поставку? Он тогда впадал в гнев. Он спрашивал их: вы что, глупцы? За деньги нанимались работать? Нет, поставляйте бесплатно. Он так говорил. Они спрашивали:
Должны ли мы прекратить поставки? Оплата не приходит. Он сразу же сердился. Вы что, за деньги нанялись работать? А, это на как-то повторение. Такая у него была политика. Не так идеально. Старайтесь распространять как можно больше книг. В конце концов, необходимо совместить эти две идеи, распространять как можно больше и получать достаточно денег, чтобы платить за книги и поддерживать миссионерскую деятельность. Если взять только один из этих принципов, забыв про второй, то начнется хаос. Как быть с маленькими пожертвованиями? Иногда пожертвования меньше, чем обычно. Бывает, на несколько человек подряд дают только монеты. Некоторые преданные в таких обстоятельствах начинают отбирать большие книги, давая взамен маленькие. Это плохое решение, потому что и это отчуждает людей, особенно когда делается неумело. Шиварами с вами. Распространяя книги, мы должны производить на людей в наивысшей степени хорошее, самое лучшее впечатление. Они должны думать, что все преданные святые. Купив книгу, они должны быть настолько вдохновлены, что побегут домой и сразу сядут ее читать. Наши книги о том, как человек может изменить свою жизнь, обретя сознание Кришны. Поэтому преданные санкиртаны должны быть главным примером совершенных людей. Это и есть проповедь. Проповедь словами и примером. Чтобы делать это качественно, полагайтесь на Господа в сердце, который даст вам необходимый разум. Передаю слово. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Когда я встретил Джорджа Харрисона, он сказал, что заинтересовался преданными, потому что они пели и продавали книги на улицах при любой погоде, будь то дождь, снег или палящее солнце. Он знал, что такую аскезу можно выполнять, только получив более высокий вкус. Так он преисполнился уважения к преданным даже раньше, чем встретил их. Регулярно заниматься санкиртаной могут только те преданные, которые получают высший вкус, блаженство от практики преданного служения и самой санкиртаны. Присутствовать должно и то, и то. Проповедь начинается с того, чтобы дать людям веру, а вера растет, когда мы ценим сознание Кришны. Поэтому если мы хотим, чтобы они читали книги, повторяли Хари Кришна, и, наконец, брали на себя ответственность в том, чтобы стать преданными, наша проповедь должна оставить у них благоприятное впечатление. Шрила Прабхупада сказал: «Однако мы не хотим никому досаждать, если он уйдет из-за твоей агрессивной манеры поведения, то ты самосброд, и это твоя неудача. Ты и книгу не продал, и человека потерял. Но если он купит книгу, это настоящий успех проповеди». Сокровище Брихат Мриданги, глава 12. Один из высших принципов санкиртаны — правдивость. Шрила Прабхупада однажды сказал: «Наших преданных должны обожать за их честность. На санкиртане слова должны совпадать с действиями. Если, давая большую книгу, говорим, что мы их не продаем, то должны принять столько, сколько он даст. Если пожертвования слишком маленькие или люди начинают злоупотреблять, то необходимо изменить тактику, но посреди игры правила менять нельзя. То есть нельзя выжигать людей, отбирая книги из-за того, что мы недовольны суммой пожертвования». Передаю слово. Хари Кришна, примите, пожалуйста, поклоны, дорогие Махарадж, дорогие преданные. Необходимо приложить все усилия и сделать все возможное, но результат оставится Кришной. Даже тот, кто дает мелкие пожертвования, все равно получает благо, поэтому не стоит расстраиваться. Есть ли история Брамачари, которому пожертвовали в кучу пепла? Каждый день Брамачари ходил собирать милостыню, но в одном доме хозяйка всегда отказывала ему. Когда он постучал в ее дверь в очередной раз, женщина была крайне раздражена, поскольку в тот день поссорилась с мужем. Она наполнила чашу для подаяний пеплом. В ответ Брамачари улыбнулся и радостно сказал: «Спасибо». Женщина была обескуражена. Она спросила, как случилось так, что он не рассердился. Брамачари ответил: «Я столько раз приходил к вам, но вы никогда ничего не жертвовали, а сегодня вы начали отдавать. Даже тот, кто дает очень небольшое пожертвование, взяв книгу, получает благо. Его благочестие растет, и в будущем это позволит ему жертвовать больше. Дав эту маленькую сумму, он начал практику отдавания». Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные. Еще одна большая ошибка при распространении книг – нечестные методы продаж и обман.
Все это может способствовать увеличению результатов в краткосрочной перспективе, но в конце концов приведет к испорченной репутации всего нашего движения и препятствиям в личном духовном прогрессе. Шрила Прабхупада никогда не одобрял нечестные способы распространения. Если мы просто по-доброму поговорим с человеком и искренне постараемся убедить его взять книгу, он ее возьмет. Зачем нам нечестные способы? Мы не должны делать ничего такого, что оставит плохое впечатление или лишит нас общественного признания. Люди ищут подобные книги, они остро нуждаются в них. Нам нет нужды никого обманывать. Когда я сам начинал, мне не приходилось обманывать. Я просто предлагал что-то подлинное. Письмо Шрилы Прабхупады Рамешвари от 1 января 1975 года. Браман всегда правдив, даже со своими врагами. У наших книг достаточно достоинств, так что если вы их просто искренне опишете, люди будут их покупать. Вот каким искусством надо овладеть, а вовсе не искусством вранья. Убеждая людей жертвовать, проповедуем абсолютную истину, а не обманывая их, это более высокий уровень развития сознания Кришны. Письмо Шрилы Прабхупады Шри Говинде от 25.12.72 года. Передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои смиренные поклоны, пожалуйста. Когда мы просим пожертвования, нельзя ожидать, что все будут давать достаточную сумму. Как уже упоминалось ранее, нет необходимости, чтобы каждый человек давал большое пожертвование. Нам просто нужно, чтобы в среднем книги окупались. Однако, если вы постоянно получаете меньше, чем необходимо, или в один из дней все дают небольшие пожертвования, а вы начинаете беспокоиться, можно изменить стратегию и перейти на маленькие книги, соответствующие по цене среднему пожертвованию, которое люди дают в этом месте. При этом следует продолжать предлагать большие книги по фиксированной цене тем, кто интересуется или уже взял маленькую. Можно сказать следующее. У нас еще есть такая книга «Бхагавад-гита». Это классика восточной литературы. Она написана 5000 лет назад. Ее изучали многие великие личности, такие как Альберт Эйнштейн, Махатма Ганди, Лев Толстой. В ней дается практическое решение проблем, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Издание этой книги немного дороже, поэтому мы просим за нее 200 рублей. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны. В этом случае большая книга предлагается как дополнительная, после того, как закончена презентация маленькой. В зависимости от интереса человек может взять только маленькую книгу или только большую, или обе сразу. Есть много способов помочь человеку дать большее пожертвование за книгу. Можно обозначить определенные суммы на примере разных людей. Бизнесмены обычно дают 1000, домохозяйки 300, студенты 100. Мне нравится в шутку называть большие суммы. Кто-то дает 3000, кто-то 5. Когда люди делают испуганное лицо, я говорю, что это шутка. Прошу их расслабиться и дать столько, сколько они могут. Я заметил, что, услышав такие заоблачные цифры и сравнив с ними пожертвования, которые он собирался дать человек, проявляет щедрость и увеличивает его. Главное здесь понять, что у каждого свой максимум, который он может отдать без напряжения. И зависит это от того, насколько высоко он успел оценить книгу, от финансового состояния и так далее. А мы стремимся к тому, чтобы помочь людям преодолеть приступ жадности и дать тот самый максимум, а не мелочь. И сделать это нужно так, чтобы он не испытывал дискомфорта, отдавая больше, чем может. Иначе человек передумает и уйдет без книги, или даже взяв книгу, получит дурное впечатление. Подобно многим другим элементам санкиртаны, поиск нужного баланса своего рода искусство. Передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Навина Нарада Нирада Прабу. Если мне встречается человек, который спрашивает, сколько стоит книга, я обычно просто говорю, например, в Индии
можно лакх 100 тысяч рупий, а можно крору 10 тысяч рупий. Потом мы смеемся, и я говорю, я бы просто дал 100 рупий. Они всегда дают минимальную сумму. Или если встречаются люди из Бразилии, я обычно говорю 100 реалов. На что они начинают смеяться, легко дают 10 или 20 долларов. Так что достаточно только назвать какой-то максимум. А потом, какую бы минимальную сумму вы не сказали, они ее отдадут с легкостью. Я также иногда говорю, обычные люди дают 10 долларов, щедрые 20, сумасшедшие 50. Но благоприятнее всего давать 108. Это тоже работает. Иногда можно попробовать чуть-чуть подшактить человека уже после того, как он пожертвовал, чтобы он воодушевился дать больше. Но на это можно решиться только в случае, если санкиртанщик умеет делать это в легкой и приятной манере, используя шутки и прибаутки. Если человек дает нелепую сумму за большую книгу, я вежливо спрашиваю, действительно ли ему интересна эта книга и действительно ли... В случаях он признается, что не хочет книгу и возвращает ее. Как я указывал ранее, маленькое пожертвование часто означает, что человеку вовсе не нужна книга, и он не собирается ее читать. Тогда я обычно стараюсь заинтересовать его хотя бы маленькой книгой. В таком случае, если встречается человек, не проявляющий интереса, можно также предложить кулинарную книгу или одну из книг с косвенной проповедью. Передай слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Альтернативой распространению только больших или только маленьких книг будет комплект из 3 книг разного размера, большой, средней и маленькой, чтобы каждый мог выбрать, какую взять. Многие достаточно благоразумны и, давая маленькое пожертвование, выбирают маленькую книжку. Другие отдают им предпочтение просто потому, что не имеют особого интереса. За счет этого в конце дня общая сумма пожертвований соответствует общему количеству распространенных книг. Конечно, будут встречаться люди, которые хотят взять Махабик за мизерное пожертвование. Но, по крайней мере, некоторые будут выбирать маленькую, балансируя таким образом среднее значение. Один совет в этой связи. Как правило, человек выбирает ту книгу, которую ему предложили в первую очередь. Так что, если вы хотите распространять больше бигов, показывайте их первыми. А если у вас в наличии больше маленьких книг, то начинайте с них. Естественно, есть и другие способы. Вместо того, чтобы просить пожертвования, можно озвучивать минимальную сумму. Этот способ обычно подходит для распространения бигов и махабигов, поскольку проблемы бывают не только с мелкими пожертвованиями. Иногда человек просто не уверен, сколько нужно дать за книгу, и, не желая ошибиться, попросту говорит «нет». Можно показать несколько бигов и махабигов со словами. Каждая из этих книг стоит около 200 рублей. Все, что вы можете дать свыше, будет пожертвованием. Спасибо большое. Хари Кришна, дорогие преданные, дорогие Гуру Махарадж. В этом случае дается приближенная цифра, которая озвучивается как минимум, когда человек понимает, что он должен дать не меньше себестоимости, и в то же время щедрым людям остается возможность дать больше. Можно советовать сумму, которая будет либо чуть выше цены BBT, либо близкой к той, что вам нужно заплатить за книгу. В случае, когда вам надо собрать определенную сумму за каждую книгу, поскольку храм нуждается в прибыли, оба варианта приемлемы, поскольку в конце концов это сумма, по которой книга обойдется вам самим. Озвучивая сумму, мы обычно говорим, стоит около 200, а не стоит 200. И это не ложь, так как мы говорим приблизительно. Кроме того, важно, чтобы это было округленное число, не стоит около 136. А круглые цифры, такие как 100, 200, 250, 300 и так далее. Человек думает, ну хорошо, они потратили около 200 на печать этой книги.
я могу дать 200 и только покрыть печать или чуть больше, чтобы поддержать их. Если у него нет даже 200 или он не хочет давать 200, он скажет, у меня нет денег, я не хочу, мне неинтересно и так далее. По ситуации здесь можно либо чуть-чуть поднажать, либо просто вежливо закончить и перейти к следующему человеку. Если же он захочет взять книгу, но ему просто не хватает, то в зависимости от случая все равно можно дать пик, позже покрыв недостачу большим пожертвованием или предложить меньшую книгу, соответствующую его сумме. Передаю слово. Иша Неприя и Анатолий. Да. Хари Кришна, простите, я в режиме слушания. Хорошо, Анатолий. Хари Кришна, примите мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Еще один плюс озвучивания минимальной суммы в том, что можно уверенно показывать сразу несколько дигов, не боясь, что человек даст слишком маленькое пожертвование. Рассказывая о книгах, просто старайтесь делать это так, как можно лучше. И пусть каждый человек сам решает, сколько книг он хочет взять. Кто-то может взять всего одну и даст 200 или 300 рублей, а другой возьмет 3-4 книги и даст 1000. Благодаря этому способу мы учимся распространять по несколько книг за раз, что чрезвычайно увеличивает количество распространяемых книг. И обычно этим секретом пользуются успешные санкиртанчики, распространяющие 200, 300 или даже 500 книг в день. Как правило, максимальное число людей, которым возможно распространить книги, около 100 человек за день. И это не зависит от квалификации. Причина в том, что физически мы можем поговорить только с ограниченным количеством людей. И если в каждой руке распространять несколько книг, то результат во много раз умножается. Если 100 человек возьмут по комплекту из 3 книг, то получится 300 книг в день. А если удастся распространить каждому по 5 книг, то результат будет 500 книг в день. Передаю слово Харикришне. Когда мы пытаемся распространить больше книг каждому, с кем беседуем, есть опасность того, что мы привыкнем вести себя навязчиво. Мы будем стараться заставить человека взять больше книг, чем ему нужно. А это, естественно, плохо, поскольку мы тем самым не только раздражаем людей, но и обесцениваем в их глазах наши книги. Самое трудное в распространении комплектов – научиться так замечательно представлять людям книги, чтобы им самим захотелось взять у нас сразу несколько штук. В любом случае важно быть чутким и научиться понимать ум настроение людей, чтобы вы могли правильно оценить, есть ли в каждом конкретном случае возможность включить в эту сделку дополнительные книги или лучше ограничиться только одной. И даже самые приятные люди часто хотят взять только одну книгу именно потому, что понимают их ценность. Они предпочитают взять одну книгу, оставить за нее щедрое пожертвование, почитать, подумать об этом, а потом вернуться за следующей. В таких случаях, если вы начнете накладывать еще 2, 3, 5 книг сверху, только потому что они дали хорошее пожертвование, вы просто все испортите. Если вам дают больше лакшми, чем вам нужно, лучше отложить лишние деньги, чтобы потом дать заинтересованным людям книги бесплатно, чем пытаться заставить человека взять больше книг, чем ему хочется. Передаю слово. В любом случае, возвращаясь к изначальной теме, не бойтесь просить необходимую сумму. Это очень ценные книги, и цена, которую мы обычно просим, вполне приемлема. В наше время у многих есть свободные деньги, которые люди тратят на всякие глупости, начиная от модной одежды, аксессуаров и заканчивая гамбургерами и мороженым. Когда мы можем убедить человека пожертвовать достойную сумму и взять комплект книг, это несет большую пользу и им, и нам. Люди привыкли тратиться, и если нам удается разжечь их интерес, они не прочь дать пожертвования. Все, что требуется, это немного смелости и много решимости.
Цитата. «Продолжайте распространять движение Санкиртаны все больше и больше. Я всего лишь один, но поскольку вы все любезно сотрудничаете со мной, это движение теперь достигло успеха по всему миру. Заверяю вас, что нет более прямой проповеди, чем распространение книг о сознании Кришны. Любой, кто получает книгу, обретает благо. Если он читает ее, то благо еще больше, а если он дает ее почитать другому, то они оба получают благо. Даже если человек не читает эту книгу, а просто держит и смотрит на нее, он все равно получает благо. Если он просто немного пожертвует на деятельность движения сознания Кришны, он также приобретает благо. И любой, кто распространяет эту трансцендентную литературу, также получает благо. Из письма Шрилы Прабхупады ученикам в Германии от 6 мая 1977 года. Передаю слово. В любом случае, мы должны помнить, что все происходит под контролем Кришны, как он утверждает в Бхагавад-гите. «Каждый во всем следует моим путем, о Санпритхи». Так как все под контролем Кришны, не стоит скорбеть ни при каких обстоятельствах, даже если книгу украли. В одной лекции Тамал Кришна Махарадж вспоминает, что однажды духовный брат признался ему, что свою первую книгу он украл у преданного Санкиртаны. В конце он добавил: «Я до сих пор работаю, чтобы расплатиться за ту книгу. Никто не может обмануть Кришну, у него всегда есть план». С одной стороны, нужно быть практичным, не сентиментальным, и стараться делать все возможное, чтобы представить книги красиво и разумно, чтобы у людей появлялось доверие и желание делать хорошие пожертвования, которые будут поддерживать нашу проповедническую деятельность. С другой же, не стоит забывать, что даже если кто-то дает маленькое пожертвование или пытается как-то нас провести, все равно он получает благо от соприкосновения с духовным знанием. Поэтому мы можем просто улыбаться, как тот брамачари. Необходимо помнить, что Кришна – самый большой обманщик, и любой, кто пытается обмануть его, оказывается сам обманут. Однако обман Кришны всегда приносит человеку духовное благо. И может так случиться, что в следующей жизни он станет распространителем книг, чтобы расплатиться за книги, которые украл в этой. Передаю слово. Когда мы распространяем книги, мы должны поддерживать себе умонастроение дающего. Прежде всего, мы должны думать, как дать трансцендентное знание людям. Мы должны медитировать на то, как заинтересовать людей, чтобы они взяли книги, а не на то, сколько лакшми соберем к концу дня. Когда у распространителя книг есть такое настроение дающего, это привлекает людей, трогает их сердце. Они видят, что перед ними человек, который искренне хочет поделиться с ними чем-то ценным. И у них возникает желание принять это. С другой стороны, если у распространителя книг есть настроение что-то получить с людей или, хуже того, как-то их использовать, люди это заметят и будут либо закрываться, либо реагировать агрессивно. Экипировка и оснащение. Для находчивого распространителя книг не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда и снаряжение. Естественно, если бы был выбор, мы бы предпочли, чтобы каждый день была теплая погода, солнышко и приятный ветерок. Но, к сожалению, это не в нашей власти. Иногда будет очень жарко, а иногда очень холодно. Иногда будет палящее солнце, а иногда ливень. Иногда пасмурное небо, а иногда снегопад. Просто предаваться и терпеть любые погодные условия – не всегда хорошая идея. Пребывание на морозе или под проливным дождем без соответствующей одежды опасно для здоровья. Самое правильное – это быть готовым к разным погодным условиям, используя правильную экипировку. Передаю слово. Арина, да? Сейчас пусть читает. Арина будет читать? Александр Прабу. Он пропускает. Простите. В холодную погоду нужны теплая куртка, перчатки, ботинки, шапка, шарф, шерстяные носки и, может быть, даже грелка для рук. Если вы собираетесь регулярно распространять книги в таком климате, то не жалейте денег и купите всю необходимую одежду. Нельзя допускать того, чтобы вы подолгу мерзли. Человек способен выжить даже в очень экстремальных условиях, например, в Антарктике, при температуре ниже минус 90 градусов. Это просто вопрос правильного подбора одежды и оснащения. С другой стороны, бывают невыносимо жаркие дни, когда солнце палит над головой. Лучше всего найти какое-нибудь укрытие типа навеса над входом в универмаг.
Если все же приходится стоять под солнцем, носите широкополую шляпу или зонт, защищающий от солнца. Одежда должна подходить для жаркого климата. Светлая и легкая, однако совершать больше аскез, чем необходимо, не очень хорошая склонность, ибо это тело не наша собственность, оно принадлежит Кришне. И поэтому мы должны как следует заботиться о нем, чтобы распространять книги долгое время. Спасибо. Дождливые дни, помимо экипировки, состоящие из зонтика, дождевика, непромокаемой обуви, еще важно выбрать место. Лучше всего распространять где-нибудь под крышей и подходить к тем, кто там проходит. Обычно остановить человека под дождем не так-то легко, ведь они и так уже раздражены из-за дискомфорта. Но, к счастью, редко случаются дни, когда льет с утра. Чаще ливень быстро сменяется мелким дождем, а потом и вовсе останавливается. Если мы потерпим неудобства и продолжим прикладывать усилия, то как только дождь закончится, наши шансы сразу вырастут. Если же альтернатив никаких нет и приходится распространять под дождем, то приобретете качественный зонт и водонепроницаемые ботинки. И общаясь с людьми, ведите себя легко и непринужденно. Украсьте вашу речь шутками, чтобы растопить хмурую атмосферу. Если вы остановили человека без зонтика, пустите его под свой. Особенно распространение во время дождя в том, что одной рукой приходится держать и зонт. И если, конечно, у вас пока еще не проявились четыре руки, стопку книг, чтобы второй можно было оперировать. Протягивать человеку книгу и так далее. Эта сноровка развивается с опытом. Или же можно держать книги в сумке через плечо и вынимая, когда хотите их показать человеку. Харе Кришна. К сожалению, часто так бывает, что с годами из-за травм от ношения тяжестей у распространителя книг возникают проблемы со спиной и плечами. В особенности в прежние годы спины преданных санкиртаны ломились под грузом книг, которые они набирали на весь день и все время носили на себе. Спину, конечно, можно укреплять специальными упражнениями, чтобы снизить риск травмы, но лучше просто не таскать тяжести. Если вы берете на санкиртану больше 50 книг, то вам потребуется тележка. Оставьте все книги тележки, а с собой носите стопку, которую вам хватит минут на 30-40. А каждый раз, когда книги заканчиваются, возвращайтесь к тележке и берите еще. Хорошо, если вы сможете сдружиться с продавцом из уличного ларька, чтобы оставлять тележку под его присмотром. Если нет такой возможности, то используйте цепочку с замком, чтобы пристегнуть ее к столбу или дереву. Если ваша тележка не выглядит слишком шикарно, то попыток ее украсть не будет, так как обычно воры ищут сотовые телефоны и планшеты, а не книги. Однако, учитывая паранойю, связанную с террористическими актами, в наши дни оставленная тележка может вызвать подозрения. Поэтому важно проинформировать людей, которые работают в данном месте, что это ваша тележка и что вы поблизости. Передаю слово. Был случай, когда один преданный пожаловался на проблемы со спиной из-за распространения книг. Он распространял не больше 10 книг в день и около того. Так что я спросил, в чем именно состоит проблема. Он ответил, что обычно носит несколько книг в руках, а остальные лежат у него в рюкзаке. Я все никак не мог понять, в чем тут дело. Ведь если бы он носил 6 или 7 книг в рюкзаке, его спина бы точно была в порядке. Ведь они бы весили меньше 2 килограмм. Он объяснил, что хоть и распространяет лишь 10 книг в день, все равно старается охотиться на носорога. Поэтому смело берет с собой не меньше 40 книг. И потом весь день храбро носит все эти
40 книг в рюкзаке. Неудивительно, что у него спина заболела. Здорово, конечно, быть таким благородным и стараться охотиться на носорога, но нужно и голову включать. В итоге мне удалось убедить его завести тележку, и спина восстановилась. У рыцаря появилась колесница. Передай слово. Выжженные места. При распространении книг, особенно в коммерческих районах, в основном встречаются два типа людей. Первый – это те, кто работает неподалеку или проходит там каждый день. Их можно легко распознать по напряженному занятому виду и по быстрой целенаправленной походке. Им давно все примелькалось, поэтому они просто идут по ежедневному маршруту, погрузившись в свои дела. Я называю их местные. Второй тип – это гости, люди, которые редко бывают в этом месте. Они пришли что-то купить, куда-то зайти, посетить достопримечательности и так далее. Их легко отличить от первой группы. Идут медленнее, выглядят более расслабленными, рассматривают витрины магазинов. Для них это новое место, поэтому они находятся в таком режиме изучения и открыты для нового. Лучше всего распространять книги людям обеих категорий, потому что распространять только местным намного сложнее. Они заняты и зачастую пребывают в плохом настроении, и они, вероятно, уже много раз вас видели. Поэтому проще и продуктивнее сосредоточиться на второй группе. Собственно, категорий можно выделить много, для каждой из которых есть свой наиболее эффективный подход, и в конечном счете каждый человек уникален. Но даже такое простое деление на местных и гостей помогает. Передаю слово. Группа местных, хотя и более многочисленна, на самом деле ограничена, поскольку состоит примерно из одних и тех же людей, которые проходят по этому месту каждый день. Гостей же можно назвать практически неистощимым ресурсом, поскольку эти люди оказывают данной точке лишь один или два раза, и поэтому каждый день... Среди этой категории появляются новые лица. Часто из-за чрезмерного внимания к первой группе всего через несколько выходов создается впечатление, что место выжжено. Местные, возможно, уже вас знают, но всегда будут новые люди из гостей, и многие из них будут брать книги. Есть вредные, которые десятками лет выходят на Сангиртану на одном и том же месте. Каждый день распространяют большое количество книг новым людям. На самом деле именно соотношение местных и гостей является основным критерием отличия хорошего после Сангиртаны от плохого. Место, где число местных значительно превышает число гостей, как правило, сложнее. Они быстрее выгорают. Как только все местные узнали вас, практически больше не с кем говорить. Места, где больше гостей, напротив, обычно легкие и приятные. Там можно распространять очень долго и каждый день встречать новые лица. Этот фактор важно учитывать при выборе кшетры. Лучшие места не обязательно самые оживленные, но те, где есть постоянный поток новых людей. В Бразилии я путешествую по нескольким небольшим городам, стараясь посещать каждый из них на несколько дней, каждый год или, по крайней мере, каждые два года. В Бразилии, занимаясь транспортом Сангиртана, я объезжаю ряд маленьких городов, стараясь посетить каждый из них раз в год или хотя бы раз в два года. Среди них есть города с населением 250 тысяч жителей, где все постоянные годы, последние годы уже распространено более 40 тысяч книг. Несмотря на это, каждый раз, приезжая туда на несколько дней, мне встречаются новые люди, которым я распространяю книги. Передаю слово. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Да, я думаю, на этом можно будет остановиться, перейти к обсуждению. Амбриш Махарадж написал, что сейчас уже не сможет
ушел на приветствие Божий. И, пожалуйста, если кто-то хочет поделиться отчитанным, то мы готовы вас выслушать. Хари Кришна. Пожалуйста, Анатолий Прабу. Простите, по-моему, была ваша очередь читать. Да не, нормально все. Здорово, спасибо. Я рад был поучаствовать хоть разок. Прекрасно, спасибо. На самом деле, вообще такие... Примите мои поклоны, пожалуйста. На самом деле, такие нектарные были знания в плане пожертвований. И вообще, прям удивительно. Так описано вообще Санкиртана полностью. От и до можно, мне кажется, прочитать эту книгу. И уровень новичка вот вообще обеспечен. Можно спокойно распространять. Про пожертвования здорово было сказано. Я тоже себе возьму на вооружение. Вот эти вот шутки, да, что я обычно говорю, да сколько не жалко от сердца. И там человек такой, ну, у меня вообще мало, говорю, да хоть 10 рублей. Он такой там смотрит, там, да, хоть и 10 дает, да. То есть можно там сказать, да, в шутку, да, там, 5 тысяч, 1000. Он сразу напугается, потом скажет, да я шучу, сколько не жалко от сердца. И тогда, да, действительно, у него переворачивается вот это понимание, и ценность книги возрастает в уме. Да, вот такие вот очень интересные такие уловки психологические. На самом деле, в плане того, что понравилось еще, что брать книги, да, с собой. Я вот сначала брал с собой по 3 книги, потому что у меня за вечер больше 1-2 не брали. Потом я как-то с собой взял 5 книг и распространил 5 книг что-то за 10 минут, за 15 и 40 минут шел без книг. И такой, надо побольше брать, наверное, штук по 10. И вот вчера я с собой нес 20 книг. Я вот зашел к нашему санкиртанчику Виджай Чандри Прабу. Взял у него книги на последние деньги, 20 штук. И такой иду, думаю, ну все, сейчас книг много, можно распространять. Знаете, минут за 7, наверное, 10 я распространил 7 книг. И что интересно, я раньше брал одну книгу и ну, с одной книгой ходил, одну предложу, там еще одну достану. Тут я достал сразу 5, и мне удалось внимание людей, 2-3 людей на себе сдерживать. То есть я прям останавливал 3 людей, давал им книги в руки и диалог сразу с 2-3 вел. Ничего интересного, один раз сразу 2 взяли. Но они пожертвовали немного, конечно, но сам факт, что мне вот приятно, что люди, во-первых, берут книги, потому что, ну, вот по моему наблюдению, очень мало людей их вообще в руки берут. А во-вторых, что они жертвуют, ну, хотя бы 10 рублей. Мне вот везет, что я ну, не брамачари, да, и у меня есть какие-то доходы, которые я могу просто, ну, сам жертвовать, выкупать. И мне вот больше всего вот этого нравится, когда люди хотя бы копеечку жертвуют. И я такой думаю, там что-то 10 рублей пожертвовали, здесь там 5. И идет один молодой человек, выпивает бутылку пива, прямо залпом пьет. А мне прямо желание ему дать книгу. Я вдохновился такой, подхожу к нему. И таким спокойным, тихим голосом говорю, молодой человек, у меня для вас есть знание, просто нектар. Сейчас во всем мире люди берут их, как горячие пирожки, просто бум. Он такой вдохновился, такой, что? Я ему так тихонько ее показываю, чуть ли не отсюда так достаю. Он такой, классно, мне надо эту книгу. Я говорю, вот, возьмите. Он говорит, а что я тебе должен? Я говорю, да сколько не жалко, как от души пожертвуйте, денег вообще, говорит, нет. Я говорю, ну, можете перевести на Сбер. Я говорю, да. И здорово, я сделал такие закладки в книге. Я там указываю номер телефона. И я вот группу создал, общение такое в Телеграм с этим, со штрих-кодом. Ну, в общем, я ему дал, говорю, вот возьмете, пожертвуйте, вообще не рассчитывая ни на какую сумму. Неудивительно, прихожу домой, и мне приходит пожертвование 200 рублей. Я вот распространил 7 книг, да, у меня еще 13 осталось, и когда я 7 распространил, я думаю, блин, так много берут и так мало жертвуют. Я не готов за день просто 20 книг раздать, мне же еще завтра на Санкиртан, мне же еще послезавтра.
И удивительно, Кришна в этот момент бах, и все просто. И ни один человек не взял. Как я ни старался, как я красноречиво не говорил, вообще никто просто даже в руки не взял. Так что вот надо вот с этим сознанием очень аккуратно, действительно, не опираясь на вот эти деньги, да, просто дарить людям Кришну. И Кришна сам распоряжается средствами, он нас не оставит без возможности снова выкупить книги. Потому что я пришел домой, посчитал, и у меня прямо один в один, прям копейка в копейку, все окупилось как бы прям четко-четко. Кришна вообще кассир. Харе Кришна, спасибо большое. Харе Кришна, спасибо вам большое, Анатолий Прабу. Нам очень приятно видеть ваш энтузиазм постоянный и то, что ваши навыки увеличиваются, возрастают ваши навыки. Вы каждый раз рассказываете какие-то случаи, которые, ну, видно, что не просто так, а именно это с обучением, с навыками у вас проект делает. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Все по милости преданных и Амбарише Махараджа. Делитесь своим нектаром служения. Спасибо вам огромное. Очень вдохновляете. Всего доброго. Харе Кришна. Рада Нама, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие преданные. Вот, я вчера просто очень мало спала, я извиняюсь. Мама ночевала в квартире, преданная приехала с подоятры, вот остановилась там, мне подготовила квартиру. Очень мало спала, поэтому так невнимательно слушала, могла что-то там не то сказать. Простите, пожалуйста, вы меня, если что, поправляете всегда, потому что я всегда мечтала книги про упады изучать именно под руководством, чтобы своего ничего там не плести. И незаконченное знание, оно самое страшное, опасное. Можно там наспекулировать много. Я хотела тоже таким опытом поделиться. У меня сейчас нет возможности на Сангиртану выходить, ну, потому что у меня двое детей. Мне нужно поддерживать как-то себя. Ну, я стараюсь на выходные выходить. Ну, больше Сангиртана выходного дня. Ну, и летом на подоятру. Мы с детьми ездим, у меня все лето. Вот, в этот тур проповеднический. И вот очень отозвалось то, что выжженные места, вот это вот, где ты постоянно стоишь, я живу в маленьком городе, и ты когда стоишь, и тебя там уже фактически все знают, ты стоишь, думаешь, кому распространять, уже как родные, как семья выходишь, уже с тем поздоровался, с тем, и вот думаешь, как же дальше распространять, но все равно люди новые. Бывают, да, интересуются, ищущих много все равно. И ты думаешь, ну, мне кажется, уже весь город, у всех уже есть книги, но они все равно берут каким-то мистическим образом. У меня вот этот единственный вопрос, который волнует. Вот, как же распространять в маленьком городе, где нет потока людей? Вот, но все равно есть люди. Вот. И хотела поделиться с вами, ну, я не очень люблю о себе рассказывать, ну, просто так как мы вместе, хочется открываться и узнавать друг друга побольше, поэтому хочу поделиться, если можно, немного своими служением и размышлениями. Вот, я на польском туре служила с 2003 года, вот, мы до 2017 служила, но у меня были перерывы. В общей сложности это 18 лет, ну, даже вот у нас, когда на польский тур ты приезжаешь, и у нас считается, что ты всегда на польском туре, но когда ты не можешь приехать на польский тур, это идет все равно как отпуск, как, ну, то есть ты все время там находишься, вот, ну, по-настоящему 11 лет я там была, служила духовному учителю, преданным, у меня там такое служение было, я стирала преданным польского тура всем, ну, это вот, и у меня, так как я приехала туда, вначале мы приехали, я была в ресторане, мы готовили, распространяли просад 2 года, а потом у меня родилась дочка, 3 года я пропустила, и когда ей было 3 года, мы поехали на польский тур. Она была маленькая, единственный ребенок на польском туре, а тогда польский тур проходил 1.5 года. Он был очень интенсивный, там очень сложно, ну, когда... На проповеди там очень много аскез, мало спишь, вот, и очень сильно предаешься. И так как у меня был ребенок, я не могла выезжать все время на фестиваль, она маленькая была, и поэтому я пошла стирать преданным, ну, чтобы на базе быть и быть полезной. И я все время плакала, говорила: «Кришна, я не могу попасть на Харинаму,
а преданные в 11 часов все нахрена мы уезжали, а в 3 часа был уже фестиваль там проходил, просад был, а потом фестиваль начинался в 5 вечера и заканчивался где-то в 10, и в 12 часов ночи преданные приезжали на базу. Вот, и вставали все в 5. Ну, в общем, в таком режиме все время, и каждые 3 дня новый город. То есть нужно собирать лагерь, расставлять, там, ну, в общем, отдельные были департаменты по служению. Вот, но очень интенсивная проповедь. И иногда я на фестиваль попадала, но на Харинаму в 11 я просто не успевала. Мне нужно было закончить стирку, а стирки было очень много, 300 преданных. Ну, конечно, не все сдавали стирку, но все равно было очень много. И я все время плакала, сидела, что я не могу попасть на Харинаму. Вот. И потом Кришна устроил, когда вот началась эта пандемия, война, ну, очень сложно с детьми поехать на польский тур, потому что это очень дорого, и в общем, мы стали ездить 5 лет на Падаятру, к Виджайгопалу, вот по побережью Черного моря. И я думаю, Кришна, почему я не могу попасть на польский тур? А там Харинама каждый день на протяжении всего лета. Вот начинаешь с лета, и вот только сейчас оно закончилось, Падаятра. И ты каждый день, вот независимо погода, болеешь, не болеешь, ты идешь просто на Харинаму. Я думаю, ну, Кришна, ты исполнил мое желание сердца. Вот, Харинаму, думаю, почему не могу на тур поехать? На Харинаму хотела очень сильно. Вот. А теперь у меня тоже такая вот разлука с книгами Шрилы Прабхупады. Я понимаю, что хочется распространять книги. Вот. И думаю, однажды я буду их всегда распространять уже. Хари Кришна. Да, спасибо вам большое, Радха Намаза, за открытое сердце, за то, что с нами поделились. И да, наши медитации... Как сейчас Анатолий Прабху сказал, Кришна – точный кассир, так что Кришна желания преданных своих выполняет. Какие у вас будут медитации, какие у вас будут желания, все это исполнится, тем более, если такое горячее желание, эмоциональное горячее желание. Эмоции очень важны, они слышатся, эти эмоции запоминаются и слышатся. Хари Кришна. Вишакха Каруна, пожалуйста. Хари Кришна, дорогие преданные, мои поклоны нижайшие. Очень рада, преданные, слышать ваши реализации, что сердце открываете прямо так это. Спасибо вам большое. Кришна, он действительно все делает, если есть сильное желание, он все просто устраивает, чтобы мы книги распространяли и деньги дают, так что да, не переживайте. Вот, главное вот это вот, как раз мы читали, что должно быть настроение дающего. Тогда, ну, это все... Ну, как бы Кришна все устраивает, и люди счастливые, они берут, и по многу книг берут. Вот, а можно вот вам, Радханама, еще на Авито попробовать выставить тоже книги, если не всегда можете ходить. Вот, это тоже очень вдохновляет, там разные люди могут писать, и ты их еще потом на программу ведешь, и, ну, вот как бы так тоже, вот, очень классно. Вот. Ну, у нас преданные иногда вот с детьми, они на улицу, когда с детьми ходят гулять, там вот с мамочками там общаются, тоже им там распространяют. Вот, ну, везде можно, просто с собой всегда берите книги. Кришна вам обязательно, даже в магазине можно распространять. Я помню, даже распространила, пошла в Сбербанк, мне там карту надо было делать, со стопкой книг такая, думаю, ну, что ее обратно в рюкзак класть, ну, и стопку положила там книг как раз, ну, и пока карту там делали, а мужчина там, ну, который, ну, мне оформлял такой, он все на книге. И что за книги? Говорю, да мне, а я его про карту спрашиваю, меня про книги спрашивает. Я такая думаю, я вообще пришла тут не разбираясь, думаю, надо мне объяснить. Ну такая, ну поняла, что это план Кришны. В общем, он мне карту оформил,
все сделал. И так, ну, а я ему про книги рассказала, говорит, ну, можете взять, говорю, мы за пожертвование. Говорит, мне сейчас нельзя, я на рабочем месте. Думаю, интересно, тут спрашиваешь на рабочем месте, нормально тут все про книги. Говорю, ну, ладно, говорит, у меня будет обед, говорит, можешь в это время прийти, и я у тебя куплю, я выйду. Я говорю, хорошо. И вот как раз я пришла, когда у него обед был, он вышел, он мне купил книги, он как раз эту карту мне первый на эту карту перевел деньги, чтобы проверить, работает, не работает. В общем, можно просто везде брать. В аптеке, помню, тоже как-то у меня распространилась книга, когда я мелочь там сдавала в аптеку, там, когда мелочь жертвуют, чтобы много не носить в карманах. Вот, тоже, ну, там девушка была в стрессе такая, покупала там крема, там таблетки, говорит, ты мне побольше, крема для загара, и я стою, слушаю, думаю, интересно, и такая, мне от стресса там таблетки, она такие, фармацевт какая, какие-то там таблетки называет, это мне уже не помогает, это мне не помогает, я такая, стою, девушка, говорю, я же поняла, вы, говорю, на отдых едете, она с чемоданом, вот, на отдых же едете, ну, на море отдыхать, какой стресс, говорит, у меня так все в жизни тяжело, мне уже ничего, ни море, ничего не помогает, я говорю, ну, тогда вам вот это, говорю, поможет, мантра медитации, дала ей книгу, она так вдохновилась, пожертвовала, я говорю, ну, мне, говорю, в свое время очень помогло, вам тоже поможет, вам просто надо мантру повторить, поэтому везде просто, ну, если ты с книгами, Кришна, он даст кому где распространить. Вот, поэтому, да, такие интересные. Вот, а сегодня вот что еще запомнилось, что очень вот важно быть чутким, и Кришна, он развивает эту чуткость, если ты, ну, смотришь за поведением людей, вот, надо смотреть, как они реагируют, тоже быть в настроении, там, отшутиться иногда, вот, ну, как бы гибким. Вальмики Прабху всегда говорит, что на санкиртан надо, ну, быть гибким. И вот санкиртан с разными людьми, она учит, с кем, как себя вести, чтобы вдохновить человека, не навязать, а именно вдохновить, вот, рассказать историю о книге каким-нибудь таким интересным способом, чтобы они вдохновились прям взять не одну, даже комплект. Как раз тут все описывается очень, да, глубоко, так тоже запомнилось. И вот еще вот про экипировку, тут оснащение, что надо в разную там погоду, там, естественно, по-разному одеваться. Если там дождик, то, ну, не аскетировать, пойти под навес куда-нибудь. Вот как раз у нас вчера обещали целый день дождь. И я такая думаю, не, Радхаджива, не, давай, говорю, надо на другую станцию тогда, хотя нам удобнее, поближе к дому, говорю, не, едем туда и будем там распространять, там, говорю, есть навесик. Ну, в общем, мы приехали, как обещали, по погоде дождя не было, думаю, ну, Кришна, нас, говорю, с тобой обманул, по ходу дела, тут это, ну, люди должны брать книги, вот. Ну, целый день не было, а действительно так и было, что люди, они сами подходили, спрашивали, что за книги, и сразу брали. Вообще мы практически даже ничего не говорили, думаю, Кришна уже, ну, нас специально туда, ну, выгнал на эту станцию, чтобы просто людям книги передать. А так было забавно, вот запомнилось, что вот женщина к Радхаджива не подошла, и она такая говорит, а у вас есть, ну, вот из этих книг только другая, такая вот, ну, большая такая, мы такие, Шримад-Бхагава там, что ли? Он говорит, ну, Радхаджива, есть, но у нас уже сейчас она, за ней придут, мы вам не дадим сейчас, можем записать номер телефона и вам привезти. И она такая рассказывает, говорит, вот я, говорит, ну, мы ей сказали, что там 26 томов, какая именно нужна, ну, есть комплект, вот. И она такая говорит, я 30 лет назад читала, ехала, ну, в метро там с девушкой какой-то, читала, ехала как раз, говорит, и вот целый час читала, и такая девушка скромная была, и там все прям все написано, как вот, что происходит с душой, там это какой-то там 40-й день, там еще что-то, и вот, ну, в общем, мы такие, ну, да, это вот, ну, такие, правда, думаем, в какой песне я там, думаю, надо перечитать, узнать, мы говорим, ладно, хорошо, мы узнаем, в какой песне, мы вам обязательно ее дадим, вот, ну, и, в общем, и она прям так была впечатлена, 30 лет
она думает над тем, что она там две страницы успела прочитать за этот час, пока ехала 30 лет назад. Мы такие очень сильно вдохновились. Вот. Я говорю, ну, можете почитать вот это вот еще. Вот, причем, что у нее Бхагавад-гита есть, она ее прочитала, а вот Шримад-Бхагаватам она ее очень сильно запомнила. Говорит, ладно, мы вам привезем, но она взяла там еще маленьких книг, говорит, ну, пока вот почитайте. Я говорю, это все этого автора. В общем, такая прям, ну, глубокая история. Вот, просто, ну, люди, они действительно вдохновляются, и они вот помнят книги Шрилы Прабхупады и хотят их. Вот, нам просто надо с книгами выйти. Вот, спасибо, дорогие преданные, мои поклоны. Очень рада вас видеть, слышать. Молодцы, что все выходите, вдохновляете. Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо большое, Вишакха Каруна. И, к слову, об аптеке я вспомнила историю, которую рассказывал Адхокшиджи с вами, как он распространял книги в той же аптеке, когда он заходил и спрашивал, у вас есть антитомасин? И фармацевт искал в компьютере, что это за лекарство, антитомасин, и он предлагал потом книги, когда этого лекарства не было найдено. Так что возможности есть любые, включать фантазию, если... да, разговаривать. Спасибо вам большое за участие, спасибо вам большое за подключение. В понедельник Махарадж написал, что чтение будет в 7 часов. Так что увидимся. Сегодня он дает лекцию в Каркашино. Если сейчас где-то идет трансляция, то можно будет посмотреть и послушать лекцию Амбариша Махараджа в Каркашино. Сегодня у него лекция. Поэтому, да, спасибо большое. Вся слава Шрили Прабхупаде, вся слава преданным. Манча Калпатарубхьеча, Крипа Симхабхаевача, Патитанам Паваникью, Вайшнавикью, Намо Намаха. Хари Кришна.